SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Нет, мою. А белую твою? Ну вот белую, да. А что с едой-то что? Не-не-не-не. Там уже все, блядь. Прямой эфир вышел. Конец. Блядь, пиздец, голос. Да не матерись, я в эфир вышел в прямой. Ты что, гонишь, что ли? Прямой эфир голоса идет, продолжение. Ты что, старый? Это булькает что-то. Бля, ну елки. Я прошу прощения. Ну ты как ты мог материться просто, когда прямой эфир? Дети вроде бы спят уже. Не все дети спят. Кто-то вместе с нами здесь. А в Калифорнии только просыпаются. А в Калифорнии все открывают глазки и начинается их день. О, калифорнийские будни. Привет, привет, дорогие друзья. Брест, привет. Всем. Всем спасибо, кто смотрел прямой эфир на Первом канале. Шоу «Голос». Спасибо. Спасибо всем, кто болел за понравившихся исполнителей. Хочу поблагодарить своих коллег за удивительные номера и удивительный опыт. Так что вот так. Следующий тур, финал, да, прошел у меня Шаян Оганесян, вот, с песней «Вахтеры», за что большое спасибо Андрею Хлывнику и группе «Бумбокс» за супер песню. Вот. Андрей Поляков все-таки так и не смог. Андрей Поляков не смог справиться с волнением и, к сожалению, выбыл. Ну, зрители проголосовали здесь уже сами. Так что там, что там за кипиш был на корпоративе в Минске. В каком Минске, на каком корпоративе. Такие вот дела, друзья. Я еду, вышел, еду домой отдыхать, набираться сил. Вы хотите написать книгу, автобиографию? Да, после смерти только. Как, крякну обязательно. Как умру, сразу напишу про себя книгу. Скоро будут, в следующем году новых треков я готовлю очень много неожиданной музыки для вас. Надеюсь, эти эксперименты вас порадуют. Спасибо всем, кто послушал песню «Stay», за то, что оценили, по-своему прокомментировали. Вот. Оценили мой замечательный акцент. Вот. Мои способности петь. Так. Я буду отмечать буду Новый год в Москве с семьей вместе. Василий, будет песня про Себечек Восты. Себеку привет. Себеку привет большой. Себекуш. Я читаю комменты, конечно. Я читаю комменты. Азамов. Киев, привет. Nintendo в следующем году. Я вам обещаю выход альбома, чтобы, ну вот, чтобы вас не обмануть. Вот, в марте, наверное, точно. А еще люблю точно. Спасибо за добрые слова. Оби-Ван с Птахой. Это древнее противостояние. Надо обязательно прокомментировать. Ты должен быть комментатором, да? Да. Оби-Ван Кеноби сбитый напал на Птаху. Напал со спины. Но Птаха дал отпор, и применив травматическое оружие. Событие просто... Баста один. Блин, ну... Как я треки... Вот пишет, как я треки в стиле Баста один. Я-то уже стал другим.
повзрослел, можно сказать, уже постарел. Вот пишу такие треки, которые получаются. Иногда получаются хорошие песни, иногда неудачные. Вот. Судя по вашим комментариям, все по-разному. Разная реакция на каждый мой новый трек. Вот. Я пишу все свои треки без особой претензии. Вот. Хочется просто, чтобы они... Возможно, у них будет сложится хорошая судьба у треков, вам понравится. Вот. Ты бы удалил все песни своего... Василий, вопрос. Ты бы удалил все песни своего творчества, песни про наркотики? Даже со скрытым смыслом. Да нет, конечно, ничего бы я не удалял. Это вся моя жизнь, все мои этапы. Вот. Ничего бы я не удалял. Мне нечего стесняться, нечего скрывать. Вот. Не особо желаю казаться лучше, чем есть на самом деле. Вот такие песни, какие есть, такие есть. Когда будет ваш... Был уже концерт в Санкт-Петербурге. Лос Деспирадо, спасибо вам. Ты хорошо поднялся. Конечно, я же... Заряженный проект, конечно. Так что так. Удачного парнишку у Шнурова перехватили. Нет, я не перехватил у Шнурова. Шнур его убрал из своей команды, и я его спас. Вот. Админам с голоса привет. Владикавказ, привет. Украина, привет. Как ощущение от проекта «Голоса»? Ну, мне очень нравится. Не все у меня получается, не до конца получается реализовать то, что задумано. Не так, как мне хотелось бы. Вот. Возможно, я слишком наивен в каких-то вопросах. Но, слушайте, это опыт. Так, Минску привет, Северный привет. Ростов, я надеюсь, Северный. Самара, привет. Ростов, папа родной, привет. С днем рождения, брата Олега Гипалова. Привет, большущий. Бишкек, привет. Все-таки с Гуфом-то, видите, у нас с Гуфом это... О, History of Times, привет. У нас с Гуфом это такая встреча на расстоянии, никак не можем увидеться. Надеюсь, скоро это произойдет. Новый альбом. С тобой хочу мечтать здесь. Хочется, значит, сбудется. Балтийск, привет. Deutschland. Всем привет. Привет. Так что такие вот дела, ребята. Гуфа в прямой эфир, он здесь, интересно. Лёпс, ты смотришь нас, нет? Нет, Леха нас не смотрит. Как-нибудь выйдем с ним, спишемся. Так что вот так. Когда с Эриком встретимся? Ну как спланируемся уже. Я думаю, что у него сейчас куча дел по освобождению. Да нет, Аня не переборщила, мне кажется, просто свое мнение высказала. То, как она ощущает, чувствует и видит. Питона второго пишите. Блин, была бы история. Вы знаете, да, история про Питона, про проект, про трек Питон в проекте Нагана. Это же, ну, реальная история, рассказана моим другом Тимохой. Поэтому здесь ничего другого такого придумать невозможно будет. Будет история, я напишу обязательно. Да, Вита Альбертовна, я вам отвечаю. Йогурт, привет, родной. Да. Алматы, привет. О, Стонер. Стонер. What's up, B-man? What's cracking, G? I'm fine. How are you, man? Wonderful. Been chilling and shit, you know?
Очень дух, а? Кратос, привет, как дела? Понял, он сегодня поймал императора. Кого он поймал сегодня? Императора, понял. А-а-а. Он так базарит, понял, император у них. Спасибо. А что на себя не похож, да? Александра третьего. Сашу третьего поймал. Ну ты чё где, брат? Ну чё, на даче отдыхаю, брат. К Новому году готовлюсь. А ты где будешь днюху отмечать? Скорее всего, в Киеве, брат. Хотел в Москву приехать, но не выйдет. Ну ничего, Америка нас ждет, бро. Ну конечно, я уже паспорт достал, он у меня аж пылью покрылся за 2.5 года. Ну что, ты это проведешь в LA, там, вступление концерта, ну как мы делали? По классике? По классике? Про streets, yes. You know me like, streets know me and shit, you know? Каска. Will do that shit. Прикинь, когда повторяешь слово кас, получается сказка. Каска. Когда мы говорим кас, где-то радуется один кас, понял? Радуется, потому что на свободе. Да. Мне кажется, ему на свободе скучно, брат. Я думаю, он сейчас поперхнулся. Я думаю, что он сейчас где-то ест люляшку и просто поперхнулся этой мясной сигарой, братан. Я обратно не буду, да? Я обратно не хочу. Я понял. А что, ты съедешь совсем? Да, брат, с прямого эфира. Харюки Тагава за руку. Что там, Джонни... тебе придя в Никидане? Пуля рядом, братан. Хала. А? Домой еду, брат. До дома еду? Я понял. Старому привет передавай. Смотри, у меня тут... Императорская, ты что? Ему сейчас на лы надо, он сейчас на губе, ты что? У меня тут антихейтер есть, понял? Братан, какая линейка. Вот это... Вот этот меч надо деду, понял, чтобы он как император был, понял? Да, так у него такой есть, брат. Да? Серьезно, знаешь, такой, ну, стволом. Ладно, я скучаю, по-моему. Всем привет, брат. Таима, брат, мы тебя ждем, всегда рады. Да, вечно, давай. Хала. Чё я такой намасленный? Да я, по-моему, старый, мне надо быть в гриме просто поставить. Просто. Слой грима просто на мне. Мы видим, что вы пишете, конечно. Привет Кузьмичу. А, это уже не мне. Ладно, чё, родня, крепко всех обнимаю. Удачи вам. Харьков, привет, родной. Харьков, ура, посетите. Всем привет. Одесса, мамочка, приветствую. Всем привет. Сочи, привет. Какой у меня телефон? У меня Nokia титановая просто. Выкидуха. Ты что думаешь, я шучу, что у меня Nokia титановая? Что я выхожу в эфир с титановой Nokia? Пожалуйста, показывай. Мне. Кто классик узнает, кто помнит прошлый, вы посмотрите просто. Просто. Я выхожу в прямой эфир вот с этой ноги, ребят, сейчас прям. Еще ей можно бриться, вот что угодно. Просто вещь. Все, обнимался. Доброй ночи всем. Nokia Titanus, да. Titanus. Звучит не очень. Все, обнимаю, спокойной ночи. Лёха, Киев тебя любит. Спасибо. Лёха, Киев тебя любит. Спасибо, я как Лёха. Ура, посетите. Блак. Да, блядь. А у меня бригада стоит на этом, на ноги. Чего? С Караганда. Привет, Караганда. Всем. Пошехонья, привет. Все, я вас обнимаю. Спокойной ночи.